Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Актер Сергей Корякин скончался в возрасте 50 лет от рака языка. Его супруга Лилия раскрыла причину появления опасной болезни. Жена артиста рассказала о визите Корякина к стоматологу, где Сергею недостаточно хорошо подпилил пломбу. Острый кусочек ранил язык. Через полгода артист начал жаловаться на ужасную боль. После у него выявили рак четвертой степени. Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал в разговоре с порталом Popcorn News, действительно ли рак может развиться после травмы языка. Специалист считает такой случай совпадением, потому что, скорее всего, какие-то воспалительные процессы уже шли, а рана лишь их ускорила. Известно, что длительное воспаление в любом органе может привести к возникновению рака. Например, курение – хроническая воспалительная реакция, вызванная большим количеством токсинов и смол. Это воздействие у большинства курильщиков вызывает рак легких или рак языка. Если нет предрасположенности к онкологическим заболеваниям, то от раны языка ничего и не будет, объяснил Евгений Черемушкин. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.